Ты не сможешь провести линию, глядя вперед. Сделать это можно только лишь с прошлым. Поэтому ты должен просто верить, что точки каким-то образом соединятся в будущем. Ты должен верить во что-то. В свое мужество, в судьбу, жизнь, карму, что бы это ни было. Потому что вера, что точки соединятся, даст тебе уверенность следовать своему сердцу. Даже когда оно будет уводить тебя с протоптанной тропы. Ведь только так можно что-то изменить. Пойми, у тебя не так много времени, чтобы просто сливать его, проживая чью-то чужую жизнь. Если все, что ты делаешь, основывается на умозаключениях других людей, ты никогда не сдвинешься с места. Не позволяй мнению толпы заглушать твой внутренний голос. Ты должен найти то, что любишь. И это применимо не только к отношениям, но и к работе. Работа займет огромную часть твоей жизни. Так вот, чтобы быть в гармонии с собой, ты должен знать, что занимаешься чем-то великим. А чтобы сотворить что-то великое, ты обязан любить это. Если ты его еще не нашел, продолжай искать, не опускай рук. Имей мужество следовать своему сердцу, интуиции.